Мне разницы нет, большевик ты или большевичка. И хвори у меня не ищи, на себя глянь. А что, молиться негде, товарищ красный командир? Только не лай, я ведь псов не боюсь, даже бешеных. И очень хорошо понимаю, что ты мне за своего племеша. Я их только задержал. Как же это понимать? Офицеров кончили. Ну что, опять проморгали атамана? Ничего, сейчас узнаем, где его искать. Откуда? Флегонт? Да он ни с кем. Он сам по себе. Ему лишние глаза не нужны. Бандюга такой, каких свет не видывал. Китайцев на тропе поди с полсотни кончал. Ну, пошли. Значит так, Аким. А, я слушаю. Отряд направляется в Ворожеево. А, так. А ты берешь моих и мчишься в город. Понятно. У старой водокачки дом. Ух, где Польман Шуфрола живет, знаю. Вот туда и свезешь. А язык попридержи, если не лишний. Это я могу, да. Смотри, Аким, довези. Довезу, не волнуйся, довезу. Давай. Да. Где Серков? Сам найдет. Ладно. Найдет так найдет. Только долго что-то ищет, поторопил себя. Атаман был в трех чумах. А, Сочигер приютил. Хорошо. Пошли.